Что-то Ангел тоже, иди кушай там. Иди кушай маму, говорю. А то отвезу тебя Кременчук, если не хочешь кушать маму. Здоровья набирайся, это на всю жизнь здоровье будет вам. Дона, кушай маму, Доночка. Это будет твое здоровье и здоровье твоих котят. Понятно, Дона? Мама на молочко. Я из-за этого их пока и решил не везти в Кременчук, потому что они активно молоко мамы насосут. Вот и пока у Мэри есть молоко, еще недельку, рано их еще раздавать, еще недельку точно побудут со мной, а может и чуть больше, недельку с плюсом. Конечно, плохо, что потом будет много котят уже на раздаче, пока их почти что и нету. Сейчас бы, конечно, лучше взяли бы, но... Ну все, наелись. Они так хорошо, не попало в кадр, они так хорошо вчетвером маму на молочко пили. В общем, я их с клетки пересадил, пока... Может, ночью они будут в клетке ночевать, не знаю. Ой, не в клетке, в этом, в ящик, у них ящик большой. А может, и здесь. Посмотрим. Это ж вот, видите, поставил ковер такой, чтобы они лазили по нему. Они лазят на нем, как по дереву, учатся лазить. Вот, а малыши... Три котенка. Люси... И вот он желтенький с левой стороны, это котенок Морочки, девочка. Эти отдельно клетка. Но им пока не надо больше места, им пока хватает. Сейчас Люся с Морочкой сюда позову, приглашусь, так сказать.